За всю историю Федерации панкратиона в Ульяновской области это пусть и не самый массовый, но уж точно самый представительный турнир. 10 клубов из 5 районов региона. Много новичков, что не могло не порадовать организаторов. Турнир получился достаточно масштабный. Очень приятно, что в этом году к нам Корсун присоединился, то есть еще один регион Ульяновской области. То есть, соответственно, это Барыш, Корсун, Старая Майна и мы. То есть с каждым годом количество участников растет. Единственное, хотелось бы, чтобы больше выступало в чемпионате, было бы как можно больше взрослых. Краткий инструктаж по правилам и в бой. В этом году регламент проведения поединков немного ужесточили. За грубые нарушения правил – дисквалификация. И это верно, учитывая, что возраст участников начинался с 8 лет. Самых маленьких поддерживали больше всех. В основном – близкие и родные, например, мамочки с мобильниками. Обязательно тренер. В особых случаях и судья соседнего ковра прибегал. Турнир проводился в двух разделах панкратиона. В более жестком разрешались удары руками в голову, в более мягком запрещались. Даже учитывая то, что на турнире было много новичков, практически все схватки выглядели равными. Первое общекомандное место в чемпионате занял клуб «Пересвет» из Барышского района. Его представители взяли 19 медалей, 5 из которых золотые. А лидеры клуба Кирилл Ларин и Трофим Мемешев и вовсе не испытали никаких трудностей. Ну, сейчас перед нами главная цель и задача стоит – это отбор на ПФО по ММА, где наши ребята будут отбираться в сборную области и участвовать на Приволжском федеральном округе. В том году наши ребята заняли призовые места на ПФО, но на России пройти не смогли. В этом году, я думаю, что мы сможем прорваться, как говорится, и завоевать призовые места даже и дойти до первенства России. Чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по панкратиону пройдет в конце февраля в Казани. За это время практически все ульяновские бойцы примут участие еще в двух-трех турнирах.